мы у нас, значит, сегодня происходит наше торжественное награждение. Так, где наш рисуночек? Потом покажи свой рисунок. Да. Вот ты голод, шарики, знаешь, где? Все замечательно, все красиво. Все весело, за миру, дружбу, жвачку, да? Награждаем тебя грамотой. Вот считай, грамота награждает в конкурсе рисунка «Голод птица мира». Подарка, Артем. Занимаешь второе место, держи. Да почему там второе место? Давайте стопы. Сколько было рисунков? Вы же видите рисунков. Я кривочек на ключике, чтоб не терял. Ты второй среди 60 детей. Дома скажешь, маме с папой хочу пить кружку со своей кружкой. Держи. Пожалуйста. Да, аплодисменты. Определили еще два рисунка, номинанты на какие-нибудь призы. Это у нас получился рисунок Евсея Евангелины. И забыла фамилию просто мальчика. А, девочки, и Шустеров Ксения, два мальчика. Только фамилию знала. Да, помню. Хорошо. Ангелина, ты приносишь какой-то брелок. И, ребят, значит, что вам еще предоставляем, да? Молодец, умничка, держи. Поздравляем тебя, занял за первое место. Сейчас заодно побудете на выставке, посмотрите, какие еще голубки есть, будете знать. Будете рисовать? Держи, первое место. Поздравляю. Держи тоже брелочек. И кружечку пить, чаек. Вкусный с малинкой, пожалуйста. Значит, еще детишки. Так, Ангелина. Я сейчас дальше еще скажу. Красивый день. Да. А также у нас еще жюри определило два рисунка. Не жюри, а вообще зрители, которые приходили, педагоги, родители, определили еще два рисунка. Номинанты на какие-нибудь призы. Это у нас получился рисунок Евсея Евангелины. И забыла фамилию просто мальчика. А, девочки, и Шустеров Ксения, два мальчика. Только фамилию знала. Да, помню. Хорошо. Ангелина, ты приносишь какой-то брелок. И, ребят, значит, что вам еще предоставляет? Значит, будете сейчас меня слушать. А, у вас там подарок делается, а то получится. Туда-туда смотрите, потом я скажу.